Добрый вечер. Попросили сделать видеообзор на данное устройство, твердомер УЗИ 3. Покажем вам первоначально внешнее состояние. Внешнее состояние. Комплектации ничего нету, документации не осталось. Хотя, если есть документация, то, скорее всего, не от него. То есть, вот какая-то документация. Вот документация. Это, скорее всего, не от него. Поэтому инструкцию мы вам показать не сможем. Ну и вот. Так что вот так вот. Так, по работоспособности. Мы его включили. Кнопочки все работают. Как правило, как правильно им пользоваться, к сожалению, не знаем. Но при приемке был специалист, разбирающийся в данной технике. Он ее проверил на работоспособность и выявил то, что она полностью работоспособна. Поэтому можете пользоваться уверенно. В принципе, все.